Итак, распаковочка. Роборок. Робот-пылесос, который пришел на смену пропавшему роботу-пылесосу Xiaomi Mi. Так. Вытаскиваем. Коробка в коробку. Так, офигительная пластиковая пластинка. Хранить в месте, недоступном для детей. Понял? Следующее у нас, так, визитная карточка Roborock. Нужное дело. Руководство пользователя. Обязательно ознакомиться. На русском языке. Все. Следующее. Это просто транспортная прокладка. Дальше. Очередная. Часть. Ага. Это у нас тряпочка для мытья полов. Хорошо. Нужное дело. Вообще-то не мытье, а протирка полов. Не будем цепляться словам. Дальше. Похоже на шнур питания. Система выглядит как шнур питания. Нет. Тут один нейрофильтр сменный. Так. А вот здесь шнур питания. Шнур питания. Дальше зарядная станция. Докинг. Нет. Сначала надо вынуть пылесос. Пылесос у нас. Целлофане. Ну, колеса мощнее стали. По сравнению с предыдущей версией. Значит, будут преодолевать препятствия. Сколько там написано? 2 сантиметра. Конструкция та же самая. Башенка лидара. Так. Положим его пока сюда. Транспортная упаковка. Вообще мне нравится то, что делают грамотную транспортную упаковку. Как бы на новой почте не били, пробить не могут. Так, и зарядная станция. Зарядная станция стала такая поменьше по сравнению с предыдущей версией. Так. Ну вот, собственно говоря, и вся распаковка. Теперь электронному прибору надо нагреться до комнатной температуры, после чего его можно будет безопасно включать. Все, пока. Раскрываем. Покрутим. Ну, как я уже сказал, колесики стали мощнее. Стали больше по диаметру. Проходимость увеличивается. Датчиков, по-моему, стало больше. Бампер точно так же ходит. Все точно так же.
Вытаскивается, вынимается. Контейнер для пылу вылучено. Так. Контейнер для пылу вставлено. Тут же находится лезвие. Щеточка, а тут лезвие. Это лезвие необходимо для того, чтобы когда вот здесь намотается волосы, что сюда может еще наматываться? Сюда еще наматывается от ковров всякие нитки. Вот их берем. Раз и обрезали. Вот оно вынимается. Конструкция та же самая, как и предыдущей версии. Так. Надо выключить нечего. Выключить. Вымкнулось.